Под Рязанью прошли масштабные учения ВДВ. Завершающий этап состоялся на полигоне в Дубровичах. По легенде, десантники должны были обнаружить и ликвидировать наступающую группировку противника. Обнаружил условного врага авиаразведка, самолеты Су-24 и беспилотные аппараты «Орлан». Удар по противнику был нанесен из системного залпового огня «Ураган» и с помощью истребителей и вертолетов. Затем десант уничтожил подходившие резервы противника. Учения были организованы в преддверии 90-летия образования ВДВ. В них было задействовано более 6000 десантников из Рязани, Ульяновска, Тулы, Подмосковья. Помимо прочего, приняли участие также и воздушно-космические силы, 40 единиц военной и специальной техники. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».